с трех камер. Серьезно? Одна есть камера. Братан, это не кино, это футбол. Итак, Виталий Дьяков, удар. 1-0! Броуки выходят вперед. Двойное наказание. Даже тройное. Штрафной. Гол и красная карточка. 1-0. Броуки выходят вперед в матче за часы. За хуйня, блядь. Что, Джуси? Джуси снова недоволен в матче за сборную МКС. Он собирался уйти с поля, мы его еле отговорили. Болельщики Броуков в полном восторге. Но этот мяч точно забит по правилам. 1-0. Скандалом начинается игра между Броуками и Реалити. Удаление и гол. Идеальный удар со штрафного. В обвод не только стенки. Чуть-чуть коснулся мяча. Чуть-чуть коснулся. И это помешало Джуси забрать мяч. Был небольшой рикошет от игрока Реалити, который стоял в метре от стенки.